Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Сертифицированное пиротехническое изделие развлекательного назначения «Страйкбольная граната Пионер Г4» производства компании «Страйкарт». Имеет защитного цвета полимерный корпус с крышечкой. «Страйкбольная граната Пионер Г4» от компании «Страйкарт» не имеет прототипа и является упрощенным бюджетным сертифицированным пиротехническим изделием развлекательного назначения, предназначенным для условного поражения участников страйкбольных игр, находящихся в здании, за укрытием или в складках местности. Будьте аккуратны и осторожны, поскольку применять страйкбольную гранату Пионер Г4 надлежит только на территории специализированных полигонов для военно-тактических игр при наличии средств индивидуальной защиты глаз у всех участников мероприятия. Без предварительной подготовки у меня получилось метнуть данную гранату на 33 метра. Страйкбольная граната весит 115 граммов, ее длина составляет 80 миллиметров, а максимальный диаметр корпуса 62 миллиметра. Габариты позволяют размещать изделия в штатных гранатных подсумках. Корпус страйкбольной гранаты шаровидной формы и выполнен из пластика защитного цвета, сверху имеющего горловину, закрытую пластиковой крышкой. Тип инициации – терочный, наполнитель – цельный горох. Пиротехнический элемент – аналог 4-го Корсара. Таким образом, страйкбольная граната Пионер Г4 не имеет своей конструкции травмоопасных составляющих. Уверенное условное поражение целей достигается на дистанции до 10 метров, а максимальный радиус разлета условно поражающих элементов составляет до 30 метров. Время горения замедлителя от 3 до 5 секунд. Главными особенностями представленной страйкбольной гранаты являются ее форма, приближенная к форме боевых гранат. Это делает изделие более обтекаемым, что в совокупности с ее массой позволяет более точно и далеко метать страйкбольную гранату. Материал изготовления изделия обеспечивает влагостойкость, что придает уверенность в том, что в нужный момент при любых погодных условиях страйкбольная граната сработает штатно. Одновременно с этим Пионер Г4 имеет максимально простую конструкцию, достаточную для ее использования лицами, имеющими хотя бы базовые знания в области обращения с игровой пиротехникой. Благодаря своей шаровидной форме страйкбольная граната надежно удерживается в руке, а расположение шнурка инициации в горловине обеспечивает уверенную, комфортную инициацию замедлителя. Для того, чтобы инициировать пиротехнический элемент в страйкбольной гранате Пионер Г4, достаточно крепко удерживая корпус гранаты в одной руке, второй снять пробку с горловины и потянуть ее с ускорением в сторону, что активирует запал, после чего незамедлительно следует метнуть гранату в цель. В случае отказа изделия после инициации, отсутствие дымовыделения от горения замедлителя во избежание травмы, следует отбросить ее в сторону. А также, если после броска отсутствует имитационный эффект в виде громкого хлопка и разлета наполнителя, не следует подходить к изделию в течение 10 минут. Сообщите агротехническому персоналу мероприятия о несработке пиротехники